Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы павильон шириной 3 метра, длиной 8. На данном этапе мы распаковали каркас, также прогоны к нему. Сейчас скручиваем брус 100 на 100 и будем устанавливать уже каркас, собирать. Также параллельно собираем торцы. Вторая часть монтажа. Каркас собрали, торцы мы уже поликарбонатом обшили. Сейчас начинаем обшивать стены. Заднюю стенку уже обшили поликом. С этой стороны у нас будет 3 стеновые форточки. Сейчас будем подготавливать все. Завершающая часть монтажа. Стенки мы доделали, форточки также доделали. Также были доделаны двери на двух торцах. Перекрыли крышу и установили фрамуги с газлифтами. 3 штуки. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы павильон. Ширина теплицы составляет 3 метра, длина 8 метров. Устанавливалась она на брус 100 на 100. С левой стороны у нас тут в этой стенке 3 стеновые форточки с газлифтами. В торцах двери цельные. Что в этом торце, что в другом. Также были установлены 3 фрамуги. Также с газлифтами. Щеколда была установлена. Меры предосторожности, чтобы на зиму можно было открыть. Ой, точнее закрыть. И они не открывались. Также были установлены ручки для удобного открывания фрамуг.